собственная платежная система российская, мне кажется, с одной стороны нужна, а с другой стороны, очень бы хотелось, чтобы владельцы карт этих платежных систем совершенно спокойно могли с ними выезжать за границу, и чтобы эти карты там поддерживались, так скажем, западными банками. То есть это очень сложное, мне кажется, сложный проект, вот, и над ним нужно очень-очень хорошо еще поработать.